Как объясняет глава Соль-Илецкого городского округа Алексей Кузьмин, лишние опоры установили связисты энергетики. Там они закрепили свои кабели. Таким образом, в центре курорта появилось около 100 столбов. Временно исполняющий обязанности губернатора потребовал убрать лишние. Связистам рекомендовал объединить кабели в одно оптоволокно и спрятать под землю. Там, где технически невозможно, следует поместить их в специализированные шкафы. Зачем здесь? Поставь их вот к этому зданию. Ну, конечно. А кто нам мешает? Поставь их в здание. Сейчас это наша земля. Государственная. Вот поставишь на границу нашей земли здесь. Машина не въедет, людям мешать не будет. У соль-илецких чиновников, подрядчиков и представителей ресурсоснабжающих компаний есть неделя, чтобы представить главе региона окончательное решение проблемы.